Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. И в этом видео я хотел бы вам показать один очень классный плагин для реампинга бас-гитар, виртуального реампинга, который называется Mark Bass от фирмы Overloud. Он очень реально гибкий и удобный, я им очень часто пользуюсь. Действительно достойный плагин, просто хотел вам показать, что вот такой на рынке есть. Я сам вообще люблю очень Mark Bass фирму. Там во всех моих проектах басисты тоже очень любят эти усилители, они всегда очень жирно и плотно звучат. Так вот, особенность этого плагина в том, что здесь можно, в принципе, получить практически любой звук бас-гитары для любых жанров. И для любого типа бас-гитары можно подобрать отличный усилитель, потому что здесь их несколько. Здесь есть также возможность менять кабинеты, здесь можно менять микрофоны. То есть очень такой гибкий инструмент, и плюс здесь также добавлен еще педалборд с основным эффектами, которые используют бас-гитаристы. То есть, если вы записываете бас-гитару в линию, то вот этот плагин, такой, можно сказать, must-have, один из, для именно бас-гитар. То есть, здесь прям все заточено для бас-гитар. Потому что я знаю, очень много есть плагинов типа Guitar Riga, Amplitube, которые там есть басовые усилители, GTR, например, от Waves тоже, там есть басовые усилители, но они такие, как скорее добавлены просто для такого, просто как добавочные там парочку штук, просто чтобы озвучить бас, но они больше заточены под электрогитару. Этот же плагин заточен именно под бас, то есть очень классный плагин. Давайте посмотрим в целом его возможности. Я не буду сильно фокусироваться на его интерфейсе, потому что здесь очень много элементов. Ну, в принципе, тут все наглядно понятно. Если вы работали с басом или когда-то имели дело с реальными усилителями, здесь все наглядно. К тому же здесь воссозданы реальные модели Mark Bass, поэтому, опять же, если у вас какой-то есть, то вы всегда его сможете здесь найти, узнать и настроить. У меня здесь есть такая вот бас-гитара, так она звучит. То есть это обычная бас-гитара, записанная в линию. Сейчас давайте какой-нибудь фрагмент зациклим. Я включаю плагин. Ну, по умолчанию вот этот TA-501 модель, она такая достаточно сабовая, то есть если вашему басу не хватает глубины низа, то ее очень хорошо используют. Здесь очень такой отзывчивый эквалайзер, то есть, например, вот есть низкие частоты. Здесь есть выбор средних частот, то есть какие частоты мы будем регулировать от 100 до 800 Гц и от 700 до 6 кГц. И вот этими регуляторами можем поднимать или опускать эти полосы. То есть, к примеру, можно сделать его таким более гулким, вырезав средние частоты. Либо, наоборот, сделать таким более джазовым, подчеркнув такую немножко гнусавость. Здесь есть входной гейн, если сигнал слабоват. То есть вот так бас звучал изначально. Ну, такой бас будет, конечно, сидеть гораздо лучше в миксе. Это при том, что мы еще не экспериментировали с положением микрофона. Давно присматриваетесь к курсам Logic Pro Help и не знаете, какой приобрести первым? Ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов. Но теперь все стало гораздо проще. Мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой, объединенные общей темой. Если вас интересует быстрый старт изучения Logic Pro, аранжировка, сведение или мастеринг, теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том, что получите самые полные и исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене. Переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас. Здесь также есть микрофон комнаты, но я им не пользуюсь. Есть задний микрофон, который сзади снимает виртуальный кабинет.
Он тоже добавляет такого небольшого гула и чуть такой противофазе он как немножко звучит, поэтому я тоже редко его использую. Здесь можно поменять, собственно, кабинет, то есть можно поменять, оставить сам усилитель, но менять кабинеты. Ну, либо вообще кабинет отключить. Ну, то есть вариантов много. Всех сейчас, конечно, тоже перебирать не будем, потому что это может занять много времени. Здесь есть сбоку тоже пресеты. То есть несколько пресетов под разные варианты. По названию здесь, в принципе, все понятно. Но, опять же, пресеты, сами понимаете, это всего лишь пресеты. И не факт, что они подойдут именно вам. Несколько усилителей, как я уже говорил, тоже очень классные. То есть всегда можно подобрать под свою бас-гитару нужный усилитель. И давайте попробуем включить какую-нибудь обработку. Октавер. Такой некий квакер. Компрессор есть и хорус есть. Ну, то есть достаточно... Тоже удобные педали, я ими сам редко пользуюсь, но бывает она полезна, особенно если вы бас-гитарист, поэкспериментировать очень полезно. То есть, в принципе, очень легкий плагин, здесь просто, ну, гейн, в принципе, настройки самих усилителей примерно везде одинаковые, несмотря на то, что меняется интерфейс от модели к модели в целом. Все одно и то же. Там где-то какие-то просто есть возможности, где-то каких-то нет. Но в целом все одно и то же. Чуть-чуть свои характеры общего звучания. Но все предельно понятно. То есть настройки классические для любого. То есть можно отключать все. То есть можно вообще выключать усилители, использовать только педали. Ну, то есть варианты, как у любого плагина, предназначенного для такого виртуального реампинга, здесь присутствуют. Здесь также есть тюнер встроенный, если вы прям хотите вживьем играть через этот плагин. Вот. Ну и достаточно простые настройки. То есть можно здесь отдалять микрофон, например, чуть-чуть к боку динамика, либо к центру динамика. Все это, естественно, влияет на звук. И также здесь есть несколько микрофонов разных, которые тоже можно менять. То есть можно ставить пленочный микрофон, динамический 57-й, конденсаторный и так далее. То есть, ну, всякие разные варианты, и они все чуть-чуть по-разному звучат. То есть, опять же, поле для экспериментов. Также можно, например, с двух микрофонов сразу снимать. То есть, в принципе, очень удобный плагин. Я им пользуюсь достаточно часто, поэтому вам его тоже рекомендую. Ну что, на этом видео подходит к концу. Если будет возможность, поэкспериментируйте. На сайте Overloud должна быть демо-версия, как вариант попробовать этот плагин, просто зайдет вам он или нет. Я его чисто в своем продакшене использую практически всегда, когда работаю с бас-гитарами, потому что я понял, что из него могу, в принципе, получить абсолютно любой звук, как там какой-то джаз-фанковый, так и для тяжелого рока. Здесь можно, в принципе, накрутить хороший звук. Ну что, с вами был Дмитрий Урсул, увидимся с вами в следующих видео, всем пока!